карты похолоднее. День добрый. Здравствуйте. А какой самый лучший квас? Для меня Очаковский. Очаковский. Он вот этот жестяной, да, который вам. Он натуральный или для вас просто по вкусу? Для меня. А натуральный мы делаем вот с синенькими крышками. Ага. Для крошки он кислый без газа. Ну это не для питья. Мне понравится. Не для питья? Нет. А для чего? Ну для супа. А, в смысле суп, ага. Не для питья, но чтобы хотелось, чтобы натуральный был больше, чтобы без меньше химикатов разных вот таких вещей. Это... Вот возьмите Очаковский. Очаковский? Да, это возьмем Очаковский. А где Очаковский? Вот этот? В баночке. А вообще продукты откуда эти все? С Германии или откуда? Или с России? Да, с Германии. С России. Украины, с Молдавии, но через Германию, через Грецию. Mm-hmm. Просто я... Почему вообще вот в этом, в Кипре, в этом, вообще так очень много русских магазинов? Это с чем связано? Очень много русских. Да. А просто из-за того, что очень много русских? Очень много. Ну, в других странах тоже много, но здесь прямо вообще много. То есть здесь прям совсем много, да? Да. Прямо говорят, что официально раньше была же колония Англии. Да. А сейчас неофициально Россия. Россия. Ясно. Все верно. Прикольно. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Икра. Спасибо. Да, вот икра вот у нас. Вот это рекламируют, кстати. Вот этот большой. Да, 42. Там полкилограмма 42 евро. Кита. Кита, да. Лосось. Недорого. Так, ну что, друзья, сейчас посмотрим, что нам за... О, как в этом магазине было хорошо. Здесь жара такая просто сумасшедшая. Так, ну-ка, держи-ка банку. Вот так вот. Давно я из банки вообще ничего не пил. Смываю. Ну, в принципе, квас нормальный. Но, без консервантов. Но ты знаешь, что? А вот еще, смотрите, видите, русский тоже. Все для моря. Нормальный квас, но мне все равно кажется, он какой-то водянистый. Ну да, не из бочки. Да? Ну это не из бочки, это же делают с этим. Все равно он какой-то водянистый такой, как будто я, бы... Я, например, из бутылки квас вообще не признаю. Ну вот такой, который в магазине продается, бутылочный. Ага. Я вообще его не признаю. Для меня это не квас. Так, интересно, у меня что-нибудь вообще записывалось. Тут наушник, оказывается, в другом месте. Так, что, друзья, сейчас мы пройдемся дальше. В общем, вот такие вот русские магазины. Тут везде, 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 везде. Также есть русский доктор здесь вот по дороге. Есть русские это игрушечные какие-то. В плане даже не магазины, а как сказать. Ну да, магазин, но в плане игр для детей. То есть можно заходить, и там дети играются. Типа центра такого небольшого. Очень-очень много всего. Вон, видите, почувствуй роскошь. Продажа элитной недвижимости в Кипре. Вот, поэтому такие вот вещи тут происходят. Все-все-все на русском языке. И как сказала продавщица, хорошая такая женщина, кстати, я так думаю, вот, тут говорит такая русская колония. И также это мне Александр тоже писал. Вот, смотрите, пожалуйста, 9 новых девушек, видите, тоже все на русском. И, скорее всего, я так думаю, что девушки, которые здесь работают, тоже говорят на русском. Не буду утверждать, но я так полагаю. Так, пока все. Буду выключаться. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.